Приветствую, дорогие подписчики, меня зовут Дмитрий, это канал Харон Адза. Так, подожди, и мы с вами продолжаем проклятые. Мы с вами завалили уже Лизбет, мы завалили ее братца. Я не помню, как его зовут. Амброзий. Мы завалили с вами от... У нас остались, по сути, два противника. Это Аарон. Где ты? Ага, летишь. Почему ты не ушел? Мне тут нравится. Да ладно, хватит врать-то, чувак. Не-не-не-не-не. То есть ты понял, да? Все это бессмысленное твое это. Так, хорошо, птичка. Угу. Да, сюда. Угу. Идем в гости к Аарону. Мы должны его завалить. Собственно, что мы с вами и сделаем. Закрыто, понятно. Хорошо, ладно, понятно. Сюда. Ой, да ладно, не надо за мной бегать, хорошо? Да... Подожди секунду, секунду, секунду. Ага. Так. Это надо взять. Да заходите-то. Твою мать. Не-не-не-не-не-не-не-не. Закройте окна, штормит, видите как. Ага, хорошо. Еще у меня кто-то тут получит по заднице, а? Ты смотри. Ходит тут мне. Дверями балуется, с окнами открывает. Так сквозняк. Ладно, заходим в темноту. Угу. Где-то здесь должна быть комната Беттани, мы с вами подняли ключ. Ключ Беттани мы с вами... Да твою мать! О! Да иди нафиг. Ты там сдохнешь, нет? Ты, блин, аптечка-то. Угу, так, перезарядись. Черт, это было, да, действительно стрёмным. Я не знаю, чувак, какого хера ты тут вообще шляешься. Я бы на твоем месте... Ага, это комната Беттани, да? Чё-чё-чё? Ну-ка. Ты влез не в своё дело, мальчишка. Подожди, баба, я почитаю. Вторник, сегодня пришло интересное письмо. Похоже, что мои поиски единомышленников окончены. Он пишет, что его зовут Отто Кейсетер. Странно, раньше я никогда не слышал о нем. Понятия не имею, откуда он знает мое имя, и должна признать, что он сумел разжечь мое любопытство. С ним надо будет поосторожнее. Нельзя допустить, чтобы он понял, насколько далеко простираются мои знания. Он может решить, что я представляю для него угрозу, или даже присвоить себе то, что по праву будет моим. Надо сыграть на его тщеславии и самолюбии. Это что, общее качество для всех магов? Он пишет о Нейросе. В отцовских книгах и нашла упоминание об этом древнем городе. Кажется, он был разрушен во время какого-то магического катаклизма. Отто утверждает, что это, что был там. Может, он просто еще один дурак вроде Кроули, а может и нет. И тогда мне нужна его помощь. Ради такого знания я готова пойти на жертвы. Впрочем, если повернуть дело должным образом, это может и не понадобиться. Четверг. Да, он просто издевается надо мной. Смеет учить меня салонным фокусом. Если бы он только хотел выяснить, насколько широки мои знания, познания, он бы уже наверняка бросил переписку. Но он общается со мной, как с маленькой девочкой. Я хочу завершить начатое. Дом становится тюрьмой для меня. Я больше не принадлежу этому миру. Пора сделать следующий шаг. Я должна выяснить, что знает Кейсинджер. Откуда, черт побери, взялись все эти крысы? Воскресенье. Я выяснил, что Отто живет в Англии. Может, нанесу ему визит Беттани. Хорошо. Так. Нет, 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 нет. Вот это. Ага. Оружку. Так.
Ага. Не-не-не, даже не... Даже не... Да, блин. Так, аптечка. Не забываем про аптечку. Да. Ты чё за... Ты гоней-то такой? Ух ты, блин. Ты там сдохнешь, нет? Отлично, блин. Потратили с вами две аптечки и кучу этих. А может быть, это уже было открыто, а? А я не посмотрел. Ага, мы залезаем вниз. Хорошо, собственно, понятно. Угу. Собственно, дорогие подписчики... Так, стоп. Мы с вами прибыли на место. И идем к дорогому Аарону. Собственно, вот и он. Кто дверь закрыл? Ау. Нет выхода, да? Что-то как-то немножко тут стрёмно, честно говоря. Ну что, Аарон, давай. Да-да, давай-давай, конечно, ага. Не-не-не, чувак. Ага. Да, блин. Не-не-не-не-не, чувак, на. Ты, блин, фигу себе. Ага. Отлично. Что там стал? Давай, ну давай, хорошо, давай. Мы, собственно, помним, как этим заниматься. Тут, в принципе, он должен зацепиться за один из этих крюков. И тогда ему крышка будет. Чувак, давай, зацепляйся, хватит уже дурмариться. Аарон, о, отлично. Ну, собственно, что я говорил. Я злой. Чё ж ты такой слабонервный-то, а, Патрик? Уже надо было давно запомнить, что когда курица отрубает голову, она еще умудряется встать на ноги и бегать по кругу определенное время. Собственно, нашего чувака тут пробило. Он видел какие-то... А, не-не-не, подожди. Давай вот это. Он видел какие-то глюки. Угу. Как бы они мне пока не особо нужны. Так, новая запись. Приветствую тебя, Патрик, крестоносец моего братца. В стране вечной осени. Здесь я королева, и власть моя нерушима. Я наблюдала за тобой с самого начала. Ты не уничтожил и мою сестру, и моих братьев. Ты справился даже с Кейсинджером. Забавно. Он полагал тебя достаточно могущественным, чтобы убить меня, обрученную с величайшим из королей. А его одолел какой-то жалкий смертный. Теперь осталось только ты и я. Остались. Боюсь меня... А, бойся меня, ибо я обрела такую силу, которую твои родственники... А, мои родственники не решились даже мечтать. Иди ко мне, если посмеешь, и прими свою смерть, смертный Беттани. А, Беттани, я понимаю то, что твоя сестра, как ее звали-то, Лизбет, была
сексуальный, но к тебе как-то я не особо стремлюсь идти. Ну ладно, раз зовет, значит надо идти. Так, хорошо, привет. Тебе тоже привет. Прыгающие пираньи, мы как бы не будем на них особо обращать внимание, просто пройдем дальше. Так, отлично. Не-не-не, чуваки, забудьте про меня, хорошо? Меня здесь не было, все, пока. Так, хорошо, да блин, твою мать. А, опять ты, да? Иди в задницу. Мне как-то неохота тратить пока на них магию, на них оружие свое. А, просто хочется пройти тупо спокойно. Всем. Так, чуваки, привет. По-моему, еще там за мной целая рава идет. О, это просто пипец какой творит. Нет, давайте лучше аптечку. Ни хрена в себе. Собственно, прорвались. За мной никто не идет, да? Так, значит, давайте тогда мы тут сейчас сразу же запишемся. Я думаю. Особняк, сад, вечная осень, лес, монастырь, пещера. Давайте мы лучше тут сохранимся. Вот из таких конфузов, а то мало ли что, вдруг что-то такое, какая-то фигня получится. Так, значит, это тебе. Это снова тебе. Это все время тебе. Хватит плевать. Сдох. Так, хорошо, да. Чего? Ой. Да. Хватит уже. Так, подожди. Ага, это ты, да? Вот это поворот. Да. Собственно, нам тут дали просраться. Так, перезарядись-ка. То есть, смотрю, что там. Просто только посмотрим. Да, ты задрал уже. Понятно. Ух ты, хрена б себе вас тут. Да ты сдохнешь, нет? Да хватит уже! Так, хорошо, вроде бы мы тут всех завалили. Я думаю, мы тогда тут сразу же сохранимся, потому что, блин, дальше перепроходить это обратно я не хочу. Так, нам идти наверх. Да, наверху нас ждет полный П. Так, значит, ты сегодня умираешь. Да что такое-то? Хватит тут все корни мне пускать. Так, перезарядись. Понятно, тут у нас это все бессмысленно. Так, подождите. Так, давайте попробуем этим. Так, чуваки. Куда пошел? Иди сюда. Ага, три удара, да? Отлично. Как бы... Да, хватит уже. А тебя? Тебе тоже надо три удара, да? Ох, вашу мать, сколько вас тут собралось-то. Да, да-да-да. Еще постреляю, а? Ты смотри какой. Так, не-не-не, чувак, не-не-не. Да откуда вы? Что сдохли-то уже? Угу, все. Так, аптечка.
Пополам развалил, ты смотри. Так, ты меня как бы немножечко бесишь тут. Поэтому на тебе. Хорошо, и тебе тоже на. Отлично. О, идет. Да хватит стрелять уже. Чуваки, подождите. Так вот. Да вы сдохнете там, нет сегодня. Чуваки, подождите, подождите, народ, подождите. Давай, сгори уже. Да сгори, ты сказал тебе. Отлично, перезарядочка. Так, хорошо, смотрите, у нас все получается, у нас все отлично получается. Значит, мы тогда сохранимся, сохранимся. Я думаю, чувствую, с бетами мне придется тут повозиться. Так, стрелы, хорошо, ладно, давай, отлично. Так, ага. Чувак, я вам тут не помешаю, ладно, не против. Хорошо. Аптечка. А, не себя, это не аптечка. Не, не, чуваки, в задницу сидите. Ага. Народ, под... Да твою мать, а ты смотри, что творится. Угу. В общем, обезьяны меня завалили. Как это так-то? Обезьяны меня завалили. Это ж... Гамадрилы. Так, хорошо. Ладно, давайте мы посмотрим с этим. Что можно будет сделать? Вот это да! Гори! Гори! Чувак, подожди, 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 подожди! Охренеть, у меня тут это все творится. Ты смотри, что делает. О, у меня осталось патронов-то вообще полный пипец. Ладно, если они такие крутые и могут сражаться с этим, давайте тогда мы тоже постреляем, что ли, я не знаю. Так, кто там у нас остался еще? Куда вы пришли? Так, хорошо, давайте мы пока перво с вами сохранимся, потому что это полный П начинается. Так, и еще одну аптечку потратим. Ладно, так уж и быть. Да, хватит мне там стрелять по меня. Хорошо. Сдох. Отлично, что у нас тут наверху? Да что ты так прыгаешь-то? Вам конец. Вы в курсе об этом? Залезть уже, не знаю. Так, ладно, хорошо. Да чё ты разбить её не можешь? Хорошо. Допустим. Ага. Собственно, мы с вами это прошли. Куда? Угу. Что это такое было? О, ах вот оно как! Понятно, понятно.
Нет, чувак, подожди. На. Ага, все, понял, значит, на. Все, правильно, значит, для каждого противника каждое свое оружие есть. Это очень хорошо. Это не может не радовать. Так, стрелы, хорошо, идем дальше. Да не надо. Да не надо. Я же сказал, не надо ко мне лезть. Ты смотри, какая тварь. Черт. Блин, а, чувак, тебе повезло. Ненадолго, правда? Да, сдохни уже. Ага, вот так вот тебе. Старый пердун. Ладно, хорошо, что у нас тут? Ага, тут у нас пустота, тьма и пустота. Как бы туда немножечко стрёмно идти, поэтому мы лучше сохранимся с вами. Чувак, подожди. Да подожди ты. Да как ты умрёшь-то? Да на тебе в пузо. Угу. Так, тут надо посмотреть. Это у нас аптечек вообще, блин. Так, нет, подождите. Что у нас тут? Что такое? О, твою мать, ты смотри, что происходит. Я не понял, мне что, надо было наверх лететь? Ой, нет, какое сохранение загрузить? Мне надо было наверх лететь? Так что ли? На, чувак. Еще тебе. Да твою мать, а ты смотри, что делается. Красавчик, красавчик. Хорошо. Нет, нет, нафиг. Да твою мать-то! У меня что, жизни что ли мало? Петух. Гамбургский. Хорошо. Ты смотри, какая сука. Хорошо, допустим. А, мне надо валить отсюда, наверное, там же дверью. Хорошо, допустим, мы свалили, дальше что? Так, давайте мы, знаете, что с вами попробуем? Мы с вами сейчас попробуем залететь вот сюда. То есть, по сути, это бессмысленно, да, было? Хорошо, допустим. А там что у нас тогда получается?
дальше куда? Да что тут происходит-то? Или мне надо было остаться там? Чёрт, а ты смотри. Да что хоть там происходит-то? Видимо, мне все-таки надо было остаться как-то там. Ладно, давайте умрем. Нам больше ничего не остается делать. Я сохранился, блин, не там, где надо. Ладно. Блядь. Ладно, пройдем еще раз. Так, это нам не надо тут. Что это берем? Чувак, ты подыхаешь. Хорошо. Так, нет, аптечку возьмем. Так. Да как ты не сдох-то? Сука, ты смотри какая, а? Да стой на месте, урод! На тебе! Блять, а, смотри какой гандон! Это тебе, чувак! Ты сука сукая! Да сука же, блин! Время меня это уже заебало. На! Да твою мать! Ты немножечко, да? Тупо уже! Гандон, а! Сдохни, сука! Да сдохни ты! Гандон! Ебать! Вот это происходит дела! Ты смотри, а! Где ты там, ублюдок? Сдох. Отлично. Что там у нас? Да, иди нафиг. На тебе. Что ты у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, а. Вот если бы... Не сохранился там, где не надо. Было вообще классно. Да выйди уже. Да хватит уже. Блять, как на зоне, как будто гопники, блять. Да хуя, долетело. Сдохни уже. Отлично. Блять, а, сука ёбаная. На тебе, петух сраный.
Да, иди в жопу. На тебе. Да сдохну уже. Ты что такой живучий-то, сука? Гандон, а? Ты смотри какой. Блядь. На тебе. Иди нахуй. Еще тут только куролесый, блин. Сдохну уже. Сука, что ты, блин, ты смотри. Блять, тебе жизнь вообще пиздец. Ступил я, блин, сохранился. Не там, где надо, надо. Что это у нас? Яйца Феникса? Яйцо Феникса? Хорошо. Да, чувствую, это самое злое. Так, подождите, народ. Сохранимся. Вот так тебе, урод, не буду. А, подождите, сколько у нас тут жизни? Ага, нормально. Так, запишемся. Сохранить, отлично. Блять, а ты смотри, что творится. Ладно. Ну и... Стоп! Тихо. Здесь ни хрена, да? Понятно. Я понял. Птица Феникса, блин, это та, которая разрешает мне не умереть в лаве, по-моему. Только, блядь, надо найти эту птицу Феникса, блядь, птицу. Так, где у нас это, блядь, этот? Веблета, где динамит, магический ключ, да блин. Я не вижу тут яйца птицы Феникса. Нахрена ты динамит взял, дебил? Хорошо, допустим. Блин, не понял. Взяли мы этот яйцо птицы Феникса. Дальше что?
Чё-чё? Да что ты такой ебан-то, блядь, а? Да он как бы не хочет туда лететь. Блять, что же делать-то? Да что там происходит-то? То есть ничего, да? Что делать, как быть? Ну, где же птица Феникс у меня, блин? Яйцо это. Хорошо. Никакой информации, да. Собственно, дорогие подписчики, это видео, видимо, будет очень маленьким, потому что, блин, я тут начинаю тупить уже по полной программе. Блять, я тут побегаю, посмотрю, что-то надо сделать. Это да, встретимся в следующих видео. А пока подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите комментарий, если вам понравилось видео. И всех до встречи, берегите себя.